Всем привет, друзья! Вы на канале Сельчанка в Америке. Хочу показать сегодня, пришла мне маленькая посылка и пришли мне платья. Вот наши котятка. Это Валера, это самая маленькая наша девочка. И я хочу вам их показать, какие они. Так, одно вот есть такое. Вот так. Длинное. И вот здесь такая. С одной стороны сборочки такие. И вот такой как бы запах или как. Так. Вот такое в горошек. Я не знаю, буду я их оставлять или нет, но посмотрю. Это идет трапеция к низу от талии. Вот длинный рукавчик такой. Здесь немножко я вижу, мне кажется, будет большой вырез. Ну, посмотрим. Валерка, тебе красивые платья, нет? Да. Я лучше вздремну. Котики, друзья, у нас чистые, аккуратные. Так что мы их очень любим. Живут они у нас где хотят. Хотят во дворе, хотят вот зима. Им же холодно. Как же я его выгоню на двор спать? Да нет, это же Валерка. Ему холодно, да? Спи, маленький, спи. Так, следующее вот тоже такое синее. Здесь есть на поясе поясочек. И вот такая глафировка. Это будет, я думаю, ниже колена. Посмотрю, как будет мне в таком, как клешная, можно сказать. Так, это идет на этот пакет. Так. Вот еще такое кирпичное. Тоже вот так здесь на поясе такое кружево такое. И вот здесь. Ну, я думаю, их нужно, чтобы померить, показать, хотя бы это поутюжить, потому что оно совсем не то. Если не помятое, то совсем другой вид. И вот еще такое платье черное. Так, это тоже длинный рукав. И вот такое. К низу немножко так пошире. Ну, это тоже все нужно мерять. И все посмотреть. Вот, друзья, первое платье, которое я показывала. Вот здесь идет такая сборочка. Здесь вот так. Рукавчик вот как идет. Так, сюда. От половины локтя идет к низу такой, как бы расклешенный. Вот здесь так. Вот такое я потухли одела. Ну, оно такое, ткань такая не тонкая. Такая, что можно даже зимой одевать. Там пальтишко или куртку. И можно его одевать под какие-то там сапожки красивые, гарные. Или, может быть, под ботиночки. Ну, и летом тоже под туфли, босоножки можно одевать. Оно так бы как цвет такой голубой или синий, или бирюзовый такой.
Ну, вот такой вживую, на вот смотрю на телефоне, совсем другой цвет. Так, вот еще какое платье. Ну, это летнее, потому что ткань очень тонкая. Вот здесь оно мне очень открыто. Здесь нужно что-то придумывать, потому что очень большой вырез. Так, поясок это я одела. Так, пояска сюда нету. И вот так. Такое пышное. Такое платье. Ну, ткань легкая такая. Не утюжила я его. Нету времени, не хочу. А вот как, если снять поясок, то вот как оно, ой, упало. Без пояска и смотрится. Вот так. Так, следующее. Это тоже такая ткань, не теплая, летнее такое, клешное, вот. Поясочек есть, но здесь вот так, тоже не утюжила, извиняйте. И вот черное, такое, которое я показывала, цветочки вот здесь, такие. Снизу оно идет вот клешное такое, а здесь вот так. Рукавчик так. Тоже не утюжила, не хочу уже, если оставлю, то когда куда-то буду одевать, тогда буду утюжить. А так, чтобы примерять, что-то не хочется. И вот последнее, друзья, какое. Сюда можно и, я не знаю, поясок, надо, не надо. Какое оно вот так. Тоже не утюжило, потому что вот как оно идет здесь. Я туфли уже подобрала под него. Вот какие. Но это каблук пониже. Мне кажется, выше каблучок, то будет лучше. И уставшая с работы, не хочу утюжить. А нужно посмотреть, примерить, как они, что они. Сейчас еще покажу, как с поясом будет. Вот так с пояском. Если спрятать то кружево, которое здесь есть, то вот так. Ну и я думаю, поутюжить, то совсем будет другой вид, потому что оно помятое. Ну, здесь такое неплохонькие такое. Такие платья. Это я одела эти другие туфли повыше каблучок. То мне кажется, так лучше, если выше каблук. Вот так.